Мур, привет, друзья, с вами Зирко. Речь в ролике будет об изменениях эмблем, которые вступили в силу на основной сервер. Итак, эмблемы мага. Первый перк – магазин тайн. Цена предметов в бою будет 90% от их стоимости. При полной закупке, в зависимости от предметов, это вам сэкономит примерно 1500 золота за 6 предметов. Второй перк – волшебство. Чтобы поджечь противника, теперь требуется нанести 7% от максимального ХП противника, вместо 10%. И КД навыка теперь 12 секунд вместо 20. Может, теперь перк заиграет. Эмблемы бойца. Второй перк. Фестиваль крови. Добавляет 8% вампиризма от навыков. Убийство каждого вражеского героя дает дополнительный 1% вампиризма. Максимум до 12%. Перк подойдет очень многим бойцам. Плюс 12 вампиризма — это вам не хухры-мухры. Первый перк. Несломимая воля. За каждый 1 потерянный процент ХП дает 0,15% к физической силе. Максимум 10%. Спорный перк, поскольку для максимального усиления нам надо потратить 67% здоровья, а это очень много. Эмблемы убийцы. Первый перк. Охотник за головами. Теперь дает 100 дополнительного золота вместо 125 за каждого убитого героя. Максимум можно было накопить 1250, теперь 1500. Перк пытаются уравновесить, чтобы убийцы ранних гангов сильно не вырывались вперед. Третий перк. Серия убийств. Теперь восстанавливает 12% здоровья вместо 8% за каждого убитого героя. Скорость передвижения увеличивается на 20% вместо 10%. Эмблемы стрелка. Второй перк. Электровспышка. В течение 1,5 секунд после удара с руки скорость передвижения увеличивается на 40% и восстанавливается здоровье, равное 30% от физической атаки героя. Перезарядка 10 секунд. Эмблемы поддержки. Второй перк. Алчность. Дает дополнительные 10 золотых после нанесения урона вражеским героям. До 1200 золотых. Перезарядка 4 секунды. Теперь проще будет копить на первые 3 предмета на саппортах. Основные изменения коснулись эмблемы лесника. Охотник-ветеран. Первый перк. Увеличено бонусное золото с 40 до 50. Также изменения в самой ветке. Храбрый. Раньше была физическая атака, теперь гибридная. Это означает, что прибавляет урон к физической и магической атаке. Жадность. Вместо физического вампиризма теперь дает гибридный вампиризм. Это магический вампиризм плюс физический вампиризм. На этом все, друзья. Скоро будет серия гайдов по неметовым героям. Подписывайтесь, чтобы не пропустить видео. И ставьте лапки. Всем пока.